Остановка Фирсова по проспекту Столетия. Шум от дороги. Хороший теплый бриз. А это была сирень. Уже все отцвело. А там ресторан Токио. Здесь Сбербанк, здесь когда-то был магазин «Новинка», сейчас его закрыли и происходит ремонт. Вот написано, мы открылись, «Пятерочка», первый раз вижу. Недавно проходила, все было на стадии ремонта. Открылись, приглашают на работу. Готовая еда, реклама. Прошли вокруг здания Сбербанка и вышли к остановке.